Историческое событие состоялось, как и есть музыка. Вот построена очередная дизельтрическая станция мощностью 800 киловатт для села Быков-Мыс, для оптического поселка Быков-Мыс. Построена благодаря усилиям многих людей, будем говорить, благодаря правительству, которое выделило для бюджетные деньги, благодаря генеральному подрядчику и поставщику Котломаш и нашим специалистам, которые вот смонтировали, собрали эту дизельную станцию. Необходимо отметить, что жители арктического поселка Быков-Мыс давно ждут эту станцию, потому что существующая старая дизельная станция физически и морально устарела. Отправка планируется, ну буквально, я думаю, вот сейчас вот мы передадим представителю Котломаш, вот торжественно подпишем документы, акты приема передачи, и думаю, что на следующей неделе уже отправим ее до навигации до Быков-Мыс. В этом году мы продолжаем строительство станции в арктической зоне, это у нас у Оленьку, вот, с вводом в 2016 году, на следующий год. Также строительство станции в поселке Желинда, тоже самое Оленёкского района, тоже ввод в 2016 году. Ну и в этом году мы по Булунскому району продолжаем строительство нефтесклада в селе Таймалыр. В этом году, вы, наверное, знаете, проходила третья международная конференция в Якутске. Буквально 3 недели назад она закончилась. Вот, и был произведен торжественный пуск станции мощностью 1 мегаватт солнечной станции в поселке Батагай. Ну, это довольно крупная станция, одна из крупнейших, я думаю, у нас в Сибири, на Дальнем Востоке. Кроме того, в этом же году в том же Верхоянском районе ожидается пуск 3 станций солнечных. Это в селах Битимкёс, Столбы, Юнкюр. В Юнкюре мы строим в этом году еще станцию, дизельную станцию. Вот, заканчиваются пусконаладочные работы. Вот я думаю, мы в скором времени запустим ее в эксплуатацию. Плюс, кроме того, в этом году в Улу Алданского района также солнечная станция. Планируется строительство солнечной станции. В настоящее время проведены конкурсные торги. Я думаю, что к концу года мы эту солнечную станцию запустим.